До віншування долучилися і супрацовники Держаутоінспекції. Сьогодні вони провели акцію «Доброї раніці, мами». З 9 годин на площі Повстання у Гомелі інспектори ДАІ віншували жанчин-водителів. Їх чекали приємні сюрпризи від організаторів і партнерів мероприємства. Квітки, кава і сертифікат на доставку їжі. Для автоледі це стало нечаканим і приємним початком дня. А вообще на заказ еду. Ну, неожиданно, на самом деле, неожиданно. Ну, хороших детей замечательных. Ну, всего самого хорошего, чтобы мужья любили, ценили. Дети радовали. Спасибо, очень приятно. В госавтоинспекции проводится множество профилактических мероприятий. И вот акция «С добрым утром, мамы» – одна из таких. Она уже, можно сказать, стала традиционной на протяжении 3 лет. Мы поздравляем с самого утра мам, будущих мам. И кроме цветов, сувениров каких-то, приятных слов, мы, конечно же, напоминаем им о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, беречь себя и своих близких. Очень, конечно, приятно, когда ты с улыбкой и к тебе с улыбкой. То есть на наши поздравления, пожелания, конечно же, поздравления и пожелания всего самого хорошего получаем в ответ.